Вот, купил у алматинского дилера российские грибы, грибницы. На сайте было сказано, что с каждой грибницы будет выходить по 10 килограмм грибов, до 10 килограмм грибов в неделю. Что грибы появятся через месяц-два. Вот уже 38 дней я прыскаю 2-3 раза в неделю, ой, в день. Вот что-то тут появилось на 38 день, да, вот это немножко раньше появилось, но оно так стоит уже, наверное, где-то неделю в зачаточном состоянии. Что это такое, непонятно. Так, а вот это вот появилось буквально сегодня. Грибы, не грибы. Что это такое? Попробую-ка я их еще увеличить. В общем, непонятно. Уже 38 дней, пока грибами не пахнет. Вот единственное только что что-то нарисовалось. В общем, если еще 20 дней пройдет и грибов не появится, заплатил я 23 тысячи тенге. Вот за эти 6 коробочек грибниц. С каждой грибницы 10, до 10 килограмм грибов в неделю. Надо же, а? Как нас разводят алматинцы под управлением Москвы.